Этот вечер странен, этот вечер непрост. Я решил отдохнуть и покинул свой пост. Обзвонил всех друзей и завис в кабаке. Заказали шампанское и салат оливье. За окном было лето, но мы пили за Новый год, за здоровье всех женщин и за российский народ. А потом все смешалось, все обрушилось вниз. Только помню, стриптиз, стриптиз, потеряв над собой контроль, позабыв свой костюм и роль. Я шагнул на танцпол с ощущением, что я плейбой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, но когда я пришел с утра, дверь открыла моя жена, посмотрела в глаза и сказала, что я чужой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ночь, нам понятно, что мы хотим перемен. Мы совершаем прогулку по славному городу Н. Мы зависаем в местечке под названием рок-клуб. Но почему-то на сцене не видно этих самых рок-групп. Но мы не устраиваем скандалов, мы наливаем по 100 грамм. Нам начинает казаться, что наше место не здесь, не здесь, а там, там на сцене, где зажигают огни, все люди в зале шепчут, а вот и они. Потеряв над собой контроль, позабыв свой костюм и роль, мы выходим на сцену, и ним из себя звезду. Но когда мы уйдем в толпу, кто-то сзади воскликнет «Фу!». Даже совсем не узная, пошлет на путь. Потеряв над собой контроль, позабыв свой костюм и роль, я шагнул на танцпол с ощущением, что я плейбой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, но когда я пришел с утра, открыла моя жена, посмотрела в глаза и сказала, что я чужой.